В советское время Надежда, тогда Мушта, потом Ализаренко, олимпийская чемпионка 80-го года, в 1979 году. Вот мы много раз вот вспоминали, и вот многие спортсмены, которые выигрывали на следующий год, побеждали на каких-то крупных чемпионатах, между прочим. Есть такая вот тенденция. То есть это вот универсиада является таким, как плацдармом. А в следующем году Олимпийские игры? Да. То есть вот посмотрим, будем следить за будущим. Вот. Ирина Подъеловская выиграла в 1983 году. Ныне вот